Доброе утро! У меня утро начинается с гранолы, 50 грамм йогурта, низкокалорийного, 50 грамм молочка. Вот такой вот у меня завтрак. Это мой обед сегодняшний, гречка с печенью вчерашней. Продолжаем повышать гемоглобин, добавлю еще немножечко белого йогурта к гречке, а то она суховатая у меня получилась. И приятного аппетита! На перекусик у нас яблочко. В общем, у меня не ПП ужин, у меня пельмешки на ужин. Пельмешки, да с уксусом, да прелесть. В общем, как я давно хотела ими себя побаловать, пришел тот час наконец-то. Та-да-да-дам! Сегодня... Всем привет! Сегодня у меня опять на завтрак блинчик с помидоркой. Мне можно, короче, в принципе, новые видео не снимать, вставлять старый кусок, когда я то же самое ем. Шучу, конечно. Кушаем, летик, дочь. Кушаем. Приятного всем аппетита. Девчонки, вы просите снимать вам рецепт. Ну, смотрите, я задумала сделать грибные котлетки с фарша. 670 грамм грибов мороженых и фарша, тоже где-то грамм 500. Сейчас я грибы перемолю в блендере вместе с лучком. Откидываю я эту массу грибную на дуршлаг, чтобы у меня стекла лишняя жидкость сейчас. Здесь еще был лед, зато хорошо все перемололось, но теперь нужно, чтобы вода стекла отсюда. Сейчас добавляем яичко одно, и видите, у нас достаточно жидкий получился фарш, поэтому я добавлю вот такую перемолотую овсянку. У меня есть, я ее на блинчике перемалываю сама в блендере. Она как бы не мука, она крупнее немножко помола. И вот так вот я добавляю 3-4 ложки, чтобы убрать вот эту излишнюю влагу тоже, чтобы впитала овсянка. Наверное, 4 ложки добавлю, перемешаю сейчас и посмотрю, потому что у нас еще фарш. И пусть просто вот 10 минут постоит вот так вот и набухнет эта овсянка, она возьмет в себя лишнюю влагу. Я пока потру сюда вот чесночок немножко. Вот добавила сейчас туда фарш, видите, уже все это дело загустевает. В итоге при разморозке получилось у меня грамм 350 фарша. Я повторяю, у меня только баранина, полный холодильник баранины, нужно ее кушать. И грамм, наверное, 450 получилось лук плюс грибы. Потому что все это у меня, конечно, растаяло, выпарилась влага и получилось меньше по объему и по грамму. Грамм 400, наверное, грамм 500 вместе с луком, потому что там лука только грамм 200. Вот так, в общем, эта масса сейчас еще подзагустеет. Видите, она уже стала гуще. Сейчас овсянка еще воды немножечко впитает. Еще при жарке вся эта масса будет тоже разбухать и будет уплотняться. Смотрите, я себе, когда готовлю, я просто смазываю сковородку небольшим количеством масла. Потому что сковородки, еще раз говорю, у меня не новые. И чтобы это как-то схватилось, а не пригорало. Ну вот, жарится уже у меня вторая партия. Первые вот такие получились зажаренные, потому что их по несколько раз с каждой стороны, они немножко подразваливаются, приходится обжаривать получше. Но так очень вкусно получилось. С йогуртом, с белым будет просто вообще очень вкусно. Ну и мой обед сегодня. Это 3 вот таких грибных оладушка. У меня получилось 18 штук, поэтому когда я буду считать, я разделю на 18 порций и поставлю на обед 3 порции. Вот, и 50 грамм спагетти из твердых сортов пшеницы. Такой у меня обед. Приехали в гости к бабушке. Тут у нас купата на огне пожаренные. И зеленушечка. Это будет мой ужин сегодня. Всем привет. Уже вечер-вечер. У меня уже спят дети. 11 часов. И, конечно же, на ночь кофе. Моя святая традиция. Но, правда, смешно, как бы не было смешно, но я на ночь всегда пью кофе. Он меня и согревает, потому что у нас сейчас дома очень холодно. И где-то утоляет какое-то чувство голода, которое уже присутствует, потому что ужинала я, например, там в 7, а уже 11. В общем, кофе я каждый день пью на ночь. Это давняя традиция. Выходные даются тяжело.
Конечно, семья, вся семью надо кормить, все хотят вкусняшек, ты тоже вроде как хочешь вкусняшек, но ты на диете. В общем, в пятницу я позволила себе поесть пельмени. Я давно, вы знаете, я говорила вам, я давно вынашивала эту мысль, это мое такое поощрение как бы было. Но, зараза, пельмени были вообще несъедобные, ну невкусные. Я всегда беру одну и ту же фирму, мне очень нравится. По-моему, большая кастрюля называется. Они продаются в бумажной упаковке. Вот они прям классные, вкусные, как домашние, как будто ты сам их прям сделал. Вот. А тут, в общем, мы заказываем иногда полуфабрикаты через знакомых участника. В прошлый раз у нее вкусненькие были, нормальные пельмени для этой цены, за которую она их продает, 230, что ли, рублей килограмм они у нее стоят. Что-то в этом районе, то есть недорого, в принципе. И за килограмм, а не за 800 грамм, как уже сейчас пачки пошли. И мы в прошлый раз брали, они были вкусные. В этот раз взяла, фарш, в принципе, более-менее ничего внутри, а тесто такое ощущение, что вообще без яиц сделано, и оно прям вот, оно прям никакое, развалилось все, короче, ну, блин, как так вот, 2 недели хотеть пельмени и так напороться. Вообще себя. А вчера, получается, мы ездили к бабушке и жарили купаты. Ну, купат я один там штуку съела, одну штуку. И овощей, помидоры, огурцы, пекинскую капусту, это как бы все не страшно. Вот, поэтому как бы был... Ну, видите, опять-таки, не очень хорошо, что вечер, ужин и много жиров. Не очень хорошо, как бы, но, в принципе, вписалась в калорийность, вписалась и нормально получилось, в общем, по всем показателям. Поэтому сегодня на весы утром встала, еще минус 500 грамм отвес. Но я думаю, что контрольное взвешивание я сделаю на днях. Сегодня так я для себя чисто отметила, не стала ни снимать, ничего. Сейчас еще пара дней пройдет, и я прям вот взвешивание сделаю. Потому что все-таки надо отойти от выходных, более построже, так сказать, питаться. А вообще, в принципе, с питанием у меня нормально. Меня не срываюсь на сладкое, я не ем хлеб. Ну, сегодня там штук 10 печенек этих рыбок маленьких съела. Вот все мои углеводные. Я их тоже записала как бы в калорийность. Сегодняшний день я еще не выкладываю. Я его выложу завтра, с завтрашним днем. Потому что я все выходные проленилась и не записывала. Ну, я записывала, но не монтировала. Вот, поэтому все выходные проленилась. И завтра 2 дня выложу. Вот, а тут я уже как бы за эти 2 дня предыдущие отчитываюсь, рассказываю, что происходило и что было. В общем, будни наступают. Это прекрасно, потому что в будни мне гораздо легче соблюдать диету, чем выходные. И, наконец-то, будем снова на правильном пути. Хотя сегодня жестких каких-то нарушений тоже не было. Сегодня у меня воскресенье, сегодня у меня все прям нормально получилось. Вот. Я на этом с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Целую, люблю. Пишите комментарии, рассказывайте, как у вас прошли выходные со срывами или без срывов. Нарушали или не нарушали. Да, кстати, сделала новые ногти пару дней назад. В общем, всем пока-пока и до новых встреч.